Всем привет! В этом видео буду собирать болтовку из игры Rust. Для этого я немного подлутал ресурсов, а именно древесину, ткань и высококачественную железную руду, которая переплавится в печке в металл высокого качества. Первым делом распечатал изображение винтовки, длина которой составила 81 сантиметр. Также распечатал еще одно изображение, с которой буду вырезать детали ножницами и переносить на металл. Из листа бумаги сделал трафарет для ствольной коробки. С помощью баллончика с краской перенес его на лист металла толщиной 4 мм. Затем согнул заготовку через стальной прут диаметром 16 мм. Далее вырезал две пластины, которые будут крепиться к началу ствольной коробки. Из металлического прута буду делать скользящий затвор. Для этого просверлил в нем отверстие под патрон. Столкнулся с проблемой, что кольцо затвора залазит на текстуру ствольной коробки. Так как это не игра и в реальной жизни так сделать не получится, пришлось добавить на начало затвора еще одно кольцо, чтобы болтовка в собранном состоянии смотрелась как в игре. Шарик для ручки затвора взял от подшипника. Ствол пришлось немного рассверлить под диаметр затвора. Далее приступил к изготовлению цевья. Ствол, как и затвор, сделан из 16-миллиметрового прута.
Далее приварил спусковую скобу. Затем изготовил металлические накладки на винтовку. Приварил мушку и прицел. Затем перешел к деревянным деталям болтовки. Дерево мягкое, у меня получилось обточить его обычным канцелярским ножом. С помощью лобзика из доски вырезал приклад, также обточил его канцелярским ножом и приклеил с помощью эпоксидного клея к болтовке. Древесину на прикладе состарил с помощью металлической щетки и дрели. Затем приступил к покраске болтовки. После того, как краска высохла, из куска мешковины нарезал полоски, которые нужны для обмотки приклада и цевья. Ну а далее вы увидите готовый вариант. Сегодня у меня все. Всем спасибо за поддержку. Увидимся в следующем видео.